Наши хорошие друзья, гости наши регулярные, это детский музыкальный центр «Волшебный микрофон». Сегодня они презентуют целую команду. Посмотрите на этих молодых людей, на этих джентльменов. И запомните, это группа «Дэнди». Это один из самых больших бойс-бендов на планете. Я хочу представить вам всех участников. Друзья мои, сегодня в составе команды выступают Максим Андреев, Габарев Владимир, Демид Глушков, Никита Князев, Першин Борис, Иван Погодаев, Максим Попов, Резников Тимофей и Роман Черноок. Доброе утро вам, друзья. Доброе утро. А что они сегодня будут нам вещать? Какие песни вы поете, хотим и спросим ребят. И получаем сразу ответ. Актуальные. Конечно, на злобу дня произведение. «Зима, холода». Поехали. Организованный коллектив «Дэнди» в нашей программе. Конечно, сейчас мы должны с ребятами пообщаться, но их много, на всех. Песни, песня моей молодости «Зима, холода», «Одинокие». Я прям зажгла сейчас. Просто важно понять, откуда они это знают. Ребят, Марина выросла на этих песнях. Хорошо, что вы несете вот эту культуру, продолжаете доносить до нас. Ну, смотрите, всех опросить не получится, поэтому давайте как в школе. Вы, кстати, все же в школе учитесь, все хорошо? Точно. Конечно. Молодцы. Знаете, как там? А, к доске у нас пойдет. Значит, на вопрос отвечает, не глядя, Иван Погодаев. Кто? Иван, вот посмотри. Ты, конечно, артист. Артист, он по определению красивый. Но скажи мне, вот если бы была возможность выбирать, умный или красивый, что бы ты выбрал? Умный.
О-хо-хо, уже заявка. Достойный ответ. Достойный ответ для достойного уже мужчины практически. Да, да. Ну а что, почему такое название Дэнди? Почему такое название Дэнди? Что оно означает? Так называли в 19 веке мальчишек, которые одеваются по последней моде, вроде нас. А вот Дэнди, скажи, он умный или красивый? Прости, что я продолжаю эту линию гнуть. Ну и то, и другое. Интересно. Компромисс такой. Понятно. Ну, а какие планы? Вот давай соберем информацию. Вообще, какие планы у коллектива вашего? Выступать, делать мир счастливым, короче. Смотри, серьезная заявка. Сделать мир счастливым. Ну, а что, хорошо. Это огромный труд. У нас с тобой не получилось, может, у них получится. Может, у них получится. А, Максим Андреев, привет. Как у тебя дела, во-первых? Хорошо. Слушай, Максим, смотри, вот у вас такой прям бойс-бэнд, одни мальчишки. Да. А вообще девчонки занимаются там где-то рядом? Ну, они в другой группе, но в микрофоне, да, они занимаются. Понятно. А тебе комфортнее вот прям с мальчишками или ты, может, какие-то смешанные дуэты? Мне больше по душе с мальчишками, потому что это как бы моя группа. Понятно. А вообще, может быть, вообще как-то сольную карьеру ты планируешь? Ну, вообще, я как бы... Нет, я хочу групповым заниматься. Мне так удобнее. Ты за командные виды спорта. Да. Что ты сбиваешь мальчишку вот, я просто с пути? Я хотела спросить, как книжки читаешь? Развиваешь свой интеллект? Ну, да, я книжки читаю. Угу. Каждый вторник. Каждый вторник по расписанию? А какие? По вторникам у тебя чтение? Да, по вторник у меня сказки, а в среду у меня обычные книжки, так, любые, короче. Друг любые. Мой, сегодня пятница, что у тебя там по плану в пятницу? Просто интересно. В пятницу я отдыхаю. Отлично, отлично. Как я тебя понимаю, мой друг? Я тоже стараюсь в пятницу отдыхать, но не в эту пятницу. Завтра рабочая суббота. Ну что ж, хотим сказать спасибо группе «Дэнди», детский музыкальный центр, волшебный микрофон. Нас порадовали, зрители наших зажгли. Ну, в общем, мальчишки просто волшебные. Ребят, что хочешь сказать, вы крутые. Держитесь вместе, у вас отличная команда. Продолжайте в том же духе, ждем новых песен. Приходите в гости.